8 февраля на Запорожской атомной электростанции в сети 5 энергоблоков. Третий энергоблок 11 сутки в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии за сутки составила 113 миллионов киловатт-часов. С начала года 4 миллиарда 641 миллион 600 тысяч киловатт-часов. Расход на собственные нужды составляет 5,1%. Суммарная мощность всех энергоблоков на 6 часов утра – 4700 мегаватт. Поступление инертных радиоактивных газов в атмосферу от энергоблоков Запорожской АЭС составляет 0,9% от допустимого уровня. Радиационный фон на промплощадке прилегающей территории находится на уровне естественных фоновых значений. Экологическая обстановка соответствует нормам природоохранного законодательства Украины.